ждете новые сюжеты, у вас есть интересные видеоматериалы, присылайте их на электронную почту subscriber.tt@gmail.com и станьте соавтором проекта Travel Together. Если смотреть на этот удивительный грузовик сзади или даже сбоку, то может показаться, что это самый обычный прицеп. Три оси с двускатной ошиновкой, рифленые боковые панели из нержавейки. Бак снизу намекает на то, что это рефрижератор. И лишь взглянув на него спереди, невольно задаешь себе вопрос, а что это? Грузовик Fagile Cargo Liner настолько специфичный и малоизвестный, что даже эксперты, глубоко копавшие тему коммерческого транспорта, о нем едва ли знают. Появился он в 1950 году, построен в единственном экземпляре и даже породил несколько мифов. Один из них, что создали его для перевозки ядерных материалов и тому подобного. К реальности эти сказки не имеют никакого отношения, все было гораздо проще. С самого своего основания в 1916 году компания Fagile выпускала грузовики и автобусы. Дела шли неплохо, но к концу 1940-х годов ее и других производителей всевозможных барбухаек стала теснить General Motors. Конкурировать с ее шедеврами было сложно, и Луи Фарджилл, сын основателя компании, к тому времени управлявший делами, решил сосредоточиться на создании и производстве новых специализированных грузовиков. Еще в 30-е годы в американских портах возникала серьезная проблема – отсутствие свободного места для маневрирования тягачей с полуприцепами. Цельнометаллические фургоны и вагонной компоновки тогда уже существовали, но большой грузоподъемностью не отличались. Более 4 тонн на борт взять они не могли. Появившиеся первые бескапотники проблему не решили. Объемы грузоперевозок росли, ситуация усугублялась, и Fagile обратил на нее пристальное внимание. Что если взять и убрать сам тягач, так чтобы прицеп ездил сам, но по грузоподъемности не уступал обычной фуре? 30 ноября 1950 года Луи Фарджилл подал заявку на патент уникального грузовика, ходовой выставочный образец которого к тому времени был полностью готов. Машину делали в секрете от конкурентов, ее появление обнадежило многих перевозчиков. Казалось, что проблема маневренности фур в портах почти решилась. Конструкция представляла собой прочную раму, на которую сверху надет цельнометаллический кузов из нержавейки. В передней части находится кабина водителя. Она была простой, потому как в ней подразумевались еще и спальные места. Дизельный двигатель мощностью в 150 лошадиных сил находился по центру рамы. Механическая коробка передач управляется тягами. Средний и задний ведущие мосты взяли от грузовика International Harvester. Передняя рулевая ось, также с двухскатной ошиновкой, сделана в виде поворотной балки, как у прицепа. Поворачивалась она с помощью гидроцилиндра гидрообъемного рулевого управления, то есть гидравликой. Механический руль с осью никак не связан. Любой опытный водитель уже догадался о недостатках такой системы. На малом ходу и во время маневрирования проблем не возникает, но уже на скорости в 50 км в час грузовик становился неуправляемым. Инженеры как-то не учли этот момент. В итоге этот самоходный прицеп идеально подходил для работы в порту, но уже на выезде грузы требовалось перегружать в обычную фуру для дальнейшей перевозки. Поэтому новинка не заинтересовала перевозчиков, а сама компания удачно получила военный контракт на производство обычных грузовиков, и дальнейшего развития их самоходный прицеп не получил.